радио «Ветер перемен», и я его ведущий Рик. В это позднее время я бы хотел рассказать вам о трагедии, которая коснулась нас дважды именно в этот день. Вторая и третья бомбардировка. В этот день мы потеряли своих родных, близких, друзей. Каждый ушедший в иной мир сделал нас сильнее. Нам вас очень сильно не хватает. Мы никогда вас не забудем. Покойтесь с миром. А теперь, что касается воды и продуктов. Из-за обостренной ситуации на дороге Канкель военные не могут перевезти груз. Как сообщают нам наши источники, ближайшие 3 недели придется запасаться только терпением. А тем временем в госпиталях и больницах отсутствуют лекарства, а свободных мест нет. Остается только ждать и молиться. Напоследок об опасных местах. Не рекомендуется посещать окрестности Валерийского леса, а также держитесь подальше от стадиона, где сейчас ведется ожесточенная борьба. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких. Ждите. Скоро подует ветер перемен. Блять, кому я нужен так поздно? Генри, остановись! Я еще не начинал. Я все объясню! Конечно, объяснишь. Райан, ты меня слышишь? Ответь. Да, я слышу. Как там Линда? Уже лучше, но ей до сих пор не здоровится. У нее сильный жар. Генри, ей нужны лекарства. Это я тебе как доктор говорю. Все, что было в наших силах, мы сделали. Здесь полно раненых солдат, и я не могу. Райан, я тебя прошу, еще немного времени. Сделай все возможное, дай мне немного времени, и я принесу то, что нужно, и даже больше. Можешь не переживать. Проследи за ней, пожалуйста, я скоро буду. До связи. Прием. Я на месте. Почему не отвечаешь? Я уже начал думать, что ты меня кинул. Переключал частоту. Что дальше? На территории лагеря есть небольшое деревянное здание, в нем лежит деревянная коробка. Ее нужно забрать и уйти. Ты, главное, будь тише и фонарем не свети. Все просто. Половину я забираю себе. Также с тебя лекарства. Я все помню, так и будет. Что-то я не вижу тебя. Главное, что я тебя вижу. Ладно, ты на месте, я не вижу смысла больше находиться здесь. Я буду здесь, неподалеку в лесу. До связи. Жутковато тут. Ладно, мне всего-то нужно забрать ящик.
Голова. Что за... Где я? Эй! Кто-нибудь! Вытащите меня! Эй! Черт! Мой плеер? Значит, вытащил с моего кармана? Вот сука! Кто-нибудь отзовитесь! Меня слышно? Ответьте! Я тебя слушаю. Кто вы, блядь, такие? Что вам от меня надо? Тебе мама в детстве не говорила, что воровать это плохо? Посиди и подумай над своим поведением. Артур, прием! Ответь! Да чтоб тебя! В чем дело, Генри? Ты не говорил, что здесь живут люди! Блять, да объясни ты наконец, что происходит! Меня вырубил какой-то придурок и бросил в колодец! Черт, Генри! Подожди немного, я вытащу тебя, слышишь меня? Я скоро буду, все будет хорошо, не переживай, я уже иду! Хорошо. У меня не было выбора. Как ты узнал?
Дня три назад был в завалах у Джорджа. Там я познакомился с одним парнем. После первой бутылки он рассказал мне, как видел, что кто-то заносил коробку консервов в сарай. Похоже на правду. Знаешь, не жди от меня жалости. Нет. Нет, нет, нет. Черт! Это что, блядь, шутка такая? Ты меня слышишь? Да, слышу. Как тебя зовут? Генри. Генри, ты говорил, что был у развалинах Джорджа. Как он там поживает? Если ты знаешь Джорджа, то должен был слышать, что его застрелили какие-то отморозки. Эх, Джордж, говорил я ему, что до добра это дело не доведет. Слышишь меня? Не сдох еще? Не дождешься. Ладно, я говорю. Жди сигнала, Генри, поговорим еще. Пока что жив. Не падай духом, мы уже идем. Слушай внимательно, у меня рация разрядилась, так что я больше не смогу выйти на связь. Ты только глупости не наделай. Все, до встречи. Thank you.
спокойно начали, и вот опять. Слушай, ты точно еще не передумал? Когда мародеры войдут в твой дом, уже будет слишком поздно. Может, заберешь винтовку? Ты прав, я заберу. Хорошо, тогда слушай. Сегодня в 5 утра собираемся у меня. Мне тут дали наводку на лагерь уёбков. Я не хочу держать его себе под боком. А не маловато ли нас? Еще четверо подойдут. У каждого по стволу. Не пальцы, парни, не глупые. Сделаем все по красоте. К тому же награбленное поделим поровну. Я не пойду. Мужик, в чем дело? Я тебя не узнаю. Тебе что, еды не хватает? Хочешь пацанов кинуть? Или ублюдков пожалел? Да этих мразей всех расстрелять надо. Они грабят мирных людей, насилуют наших женщин. Они были эти самые ублюдки. Каждый раз говоришь одно и то же. Хочешь сказать, что мы не лучше? Хочу сказать, что с вами я не пойду. Хорошо. Вот только когда в твой дом ворвутся пара уёбков, ты вспомнишь мои слова. Надеюсь, в тот момент ты не будешь лежать с простреленным черепом в канаве. Сколько забрать сможешь? Лежачих четверо, сидячих шестерых.